Доброе утро, страна! Добрый, почти уже вечер, Дальний Восток. Широка страна моя родная, пока западные регионы только-только просыпаются в Хабаровске. Дело уже идет к закату солнца. Но футбол в лучшей лиге мира начинается именно здесь, на стадионе имени Ленина. Сегодня 16-й тур Мелбет первой лиги открывают СКА Хабаровск и Черноморец. Будем надеяться, что все будет хорошо у артистов, и они снова обретут свой дом. Прям так же, как и СКА Хабаровск, который вернулся сюда, на стадион имени Ленина. Премьера была громкой, 3-3 с Уралом в прошлом туре. Прошел путь от молодежки СКА. Сейчас очень опасно падение Гаджимурадова. И что показывает главный арбитр? Желтая, во-первых. И будет пенальти. Не прошло и 10 минут. Стишко продолжает что-то выяснять, в том числе и с помощниками главного арбитра. Гангадзе или Фролкин? Фролкин тоже мастер по отражению пенальти. Удары по разным углам. Гангадзе забивает 1-0. И отправляет поцелуйчик туда, в камеру, скорее всего, своей любимой супруги. Ну а кому же еще? 1-0 Хабаровск повел. Быстрый гол. Можно сказать, что Черноморец все-таки не проснулся. Интеллектуальный. А сейчас атакует СКА Хабаровск. Гаджимурадов направо. Симонян прокидывает падение. И еще один пенальти. Еще один пенальти. Не скупится на них Рафаэль Шафеев. И, ну, давайте, да, посмотрим повтор. Мне показалось, что действительно был фол в штрафной. Гангадзе или Фролкин. Дубль 2. И почти по центру пробил Гангадзе. Причем Фролкин, кажется, и не стал прыгать ни в один из углов. Как же там мяч просквозил мимо ног голкипера Черноморца. Вот такой старт. Вот сейчас Быков не очень удачно отбивает мяч прямо на игрока атаки. И мяч в сетке. Ничего себе. Так, да, гол. Мяч на центр. И 2-1. Недолго музыка хабаровская играла. Уридия. Да. И Глеб Гурбан остался один против двух игроков. Удар. Отбивает перед собой Ислам Имамов. Передача. Гаджимурадов. Что придумает Рамазан? В центр. Удар! Крестовина! Ух! Что за матч, что за момент. Если бы сейчас забили армейцы, какая красота бы была. Смещается в центр Поярков. Падение. Можно продолжать игру. Симонян подхватывает мяч. Удар по воротам! Симонян! Самый лучший из армян. Это Артемио Симонян. Белиссимо просто. Как он забил. Девятка там уже. Паутина порвана. Лучший игрок СКА Хабаровск в сентябре. Вот здесь подхватил передачу. Ну, даже не передачу, а просто мяч от Пояркова. И по какой дуге, по какой траектории Симонян выстрелил. Чуть-чуть поехала у него нога, поэтому последовала потеря. Кротов бьет поворотом, отбивает Ислам Имамов. И, в общем-то, похожий эпизод на тот, при котором Черноморец счет сделал 2-1. Сосредоточен Рафаэль Шафеев. Непростой для него матч. Два пенальти уже назначил этот арбитр. Удар! Какая красота! Камран Алиев! Что за матч у нас сегодня? Гангадзе. Классная передача пяткой и обводящий удар Камрана Алиева. Ух, смотрите, как мяч-то полетел. Он вильнул перед Фролкиным. Ничего себе. В подкате добрался до мяча и получил от Енина за это. Жан-Шарль, выход 1-1. Шарль! Шарль, перекладина! Ну как такие моменты не реализовывать? Долбанул по мячу, что есть мочи Жан-Шарль. А слева был еще и партнер. В целом имел право этот момент решать самостоятельно Жан-Шарль. Идет вперед. Направо Альбек Гангапшев. Он уже в штрафной. Бьет по воротам! Что за голы сегодня? Но один краше другого. Альбек Гангапшев. 5-1. 5-1 в Хабаровске. Жалко Фролкина. Откровенно жалко. Не знаю, мог ли он выручить сейчас.
Ну что не удар, то просто красотища. Шарль. Коглоев. Подача. Быков. 6-1. 6-1. Вот он, хабаровский бычок. Да. Бык. Это не идет, бычок качается. Это Артем Быков забивает 6-й мяч. Его фирменное празднование. 6-1. С ума сойти. Падение. И пенальти. Да, на последних уже секундах этого матча. И все, после этого пенальти матч закончится. Тащит! И мама в тигр! Еще один герой этого матча. Ислам Имамов заткнул всех критиков. А Родионов в сердцах срывает футболку. Это не день Родионова, это не день Черноморца, это не день Новороссийска. Сегодня праздник хабаровского футбола. И если хабаровские болельщики также будут игнорировать домашние матчи СКА в будущем, но я не знаю, это просто отсутствие совести.